Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Ранее на своем канале я уже рассказывал вам о большом количестве различных перспективных NFT-коллекций. Тема эта сейчас является по-прежнему довольно популярной. Хотя, конечно, на медвежьем рынке NFT стреляют уже не так активно. Но для сегодняшнего видео я нашел для вас проект, который имеет, как по мне, довольно неплохие перспективы и необычный концепт. Называется он Funky Monkey Fred House. На первый взгляд может показаться, что это очередная копирка более популярной коллекции, создатели которой хотят просто по-быстрому разбогатеть на чужом имени. Но на самом деле это не так. Funky Monkey Fred House является довольно самобытным проектом, который от прочих NFT-коллекций отделяет три пункта. Популярный художник в команде, разнообразие самой коллекции, а также наличие утилитарных применений у NFT. Начнем с первого пункта. За проектом Funky Monkey Fred House стоит действительно именитый и опытный художник Майк С. Миллер. Это ветеран индустрии комиксов, художник с многолетним опытом, который работал над многими проектами для компаний Marvel и DC, издал множество независимых комиксов, а также рисовал обложки для сверхпопулярных книг из серии «Игра престолов». В общем, человек реально опытный и знающий свое дело. Но что важнее всего, Майка позвали Funky Monkey Fred House не просто для галочки, чтобы пиариться известным именем, как это делают другие проекты. Тут он является, по сути, одним из основателей и главным идейным вдохновителем проекта Funky Monkey Fred House. Далее второй пункт – разнообразие коллекции. Funky Monkey Fred House – это, по сути, целая метавселенная, которая будет состоять сразу из нескольких различных коллекций. На данный момент их вышло уже три. Первый был самая редкая и ценная – Genesis коллекция из 1000 NFT. Затем вышло еще две коллекции по 1000 NFT на довольно популярную обезьянью тематику – Toga Party и Greek Life. Сейчас токены из этой коллекции весьма успешно торгуются на популярном маркетплейсе OpenSea, имея floor price в 0,09 эфириума и суммарный объем почти 70 эфиров. Да, кстати, забыл сказать, что весь проект Funky Monkey Fred House работает именно на блокчейне Ethereum, что особенно актуально в свете скорого обновления данной сети до версии 2.0. Но это что касается уже выпущенных коллекций. В будущем же проект Funky Monkey Fred House будет активно расширяться. Согласно их дорожной карте, команда планирует выпустить еще 4-5 серий NFT на разную тематику. Ближайшая из них коллекция Crypto Chats станет доступна для минта уже совсем скоро, 13 сентября. Данная коллекция будет уже сильно отличаться по стилю от предыдущих трех линеек NFT Funky Monkey Fred House. Тут вместо детализированных изображений обезьян будет применяться более простой комиксный стиль, что неудивительно, учитывая личность основателя проекта. Героями же новой коллекции Crypto Chats будут бодибилдеры в различных костюмах, вдохновленные современными интернет-мемами. Всего коллекция Crypto Chats будет включать в себя 10 тысяч NFT. Из них 3000 будет аирдропом распределено среди обладателей предыдущих коллекций Funky Monkey Fred House, таких как Genesis, Toga Party и Greek Life. А остальные 7000 можно будет сминтить на официальном сайте. Допущены, как я понял, будут все желающие без жестких требований. Однако цена минта составит солидные 0,25 эфириумов. Но, как я понял, сумма, собранная создателем в ходе минта, будет по итогу возвращена сообществу через систему аирдропов. Это и является одним из утилитарных применений для NFT-коллекции Funky Monkey Fred House.
Их обладатели будут получать от проекта регулярные дропы, содержащие в себе как NFT из новых коллекций, так и заменяемые токены. И все это еще не считая того, что со временем в экосистеме Funky Monkey Fred House появятся и другие проекты, вроде собственной Play to Earn игры, благотворительные платформы и так далее. Более же подробно с планами команды Funky Monkey Fred House вы сможете ознакомиться на их официальном сайте и в социальных сетях, ссылки на которые я оставлю в описании под этим видео. Только не забывайте, что любые вложения в NFT сопряжены с большими рисками. Поэтому прежде чем инвестировать в NFT или в какие-то криптовалюты, пожалуйста, проводите свое собственное исследование. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!